Всем привет, дорогие друзья, с вами Лего, и сегодня мы продолжаем играть в полицейский симулятор. Сегодня мы будем копчиком. Копчиком сегодня будем с радаром, поэтому будем фиксировать скорость. Еще бы вспомнить, как играть, но да ладно, поехали. Здесь мы сидим за компом, Tuesday, 5.05.2020. И мне говорят, сегодня нужно репортить радары. Поехали репортить радары. Ну, в смысле, скорость при помощи радара. Так, так, так. Отправляемся на работу спокойненько. To protect and serve. Наверное, защитить и что-то там сделать. О, привет, Эмма. Я, собственно, пошел на работу. Почему свет такой, когда ты открываешь? Это что, глаз так реагирует у него на 3 или 4 секунды? Ты когда входишь, у тебя просто свет, как будто здесь нереальное солнце. Итак, где наш радар? Ну, поехали. Как нам забубинить чуваков радаром? 18, 11. Мне же нужно еще как-то понять, что нарушители как-то едут быстро или не быстро. Так. Я ведь должен еще и другие штрафы выписывать, если вспомнить, как это делать. Медленно, по-моему, едет, да? 34. 32, 30, 40, 46. А сколько можно, сколько нельзя? Давай-ка я попробую. Блин, опять ты к столбу приклеился! Что? Как в этой игре избежать... Приклеивание от столба к столбу. Блять! Простите, пожалуйста, вы этого не видели. Но к столбу с радаром не подходите, потому что в этой игре почему-то вы приклеиваетесь. Так, поехали. Поехали, поехали. Исуи паркинг тикетс. Какие паркинг тикетс? Ты что, с ума сошел, что ли? Какие паркинг тикетс? Я не ту карту, что ли, нажал? Ну что такое? Всех застреляю. Реплей дей. Нам, пожалуйста, с этими. Как они называются? Так. Первая неделя. Фуд патрол. Фуд патрол. И норд фуд патрол. Только я почему-то не понимаю. Так. Ну вот же длинная дорога. И он почему-то пишет про тикеты. Репорт спид. Во, все нормально. Короче, тот же уровень мы прошли, а с радарами мы не прошли. Нам нужно находить какие-нибудь гонки, которые быстро едут, наверное. И к столбам нельзя вставать. Я думаю, что все-таки я все равно пойду по этой улице. Это самая нормальная улица. Прикиньте, просто так стрелять нельзя. Это все сразу, это смерть. Сразу все, применять оружие, это сразу смерть. Здравствуйте. С ней разговаривать мы не будем. Нам нужно... Опа! Мы сейчас, опа, вот это мы сейчас выпишем, что он встал на бордюре. Отлично. И у нас бонус будет даваться за то, что мы будем делать радарчик. 34. Тридцать пять. Надо подальше отойти. А, вы мне говорили, что зеленые он купил, типа, а красные не купил. Давай посмотрим. А тут вообще он ничего не купил. Что он здесь стал? Здесь что, бесплатная парковка? No stopping anytime. No stopping anytime. No parking. В смысле, no stopping? Нельзя останавливаться все время вот здесь. Здесь же написано. Ты что, поплыл? No stopping anytime. Position... No parking area. Иди-ка давай отсюда. Попутал, что ли? Вот так вот. Так-то лучше. Здесь что у нас? Зеленое. 21-й год, все нормально. Эх! Радар! Радар! Это, по-моему, быстро едет. Господи, да тут хер радар ты замутишь! 35, а по которым я бью, они 35-ка сразу. Ну-ка. 35-ка. Да господи, там один вообще быстро ехал. 35.
35. Не так-то и просто работать. Вот, херачит. 52 там была скорость. Да господи, что же вы... Он там прям ехал на такси люто. 35. Репорт. Дискорд. А где написано, сколько они могут ехать? Дискорд. Тут были нарисованы знаки, сколько можно и сколько нельзя ехать. Ну-ка. 35. Я даже не знаю, сколько можно по дороге-то ехать. Максималку. Но они едут 35, значит, больше 35 нельзя ехать. Логично? Логично. Вообще 29. Не разгоняется. 35. 35. 41. 40. Ну-ка, репорт. Отлично! Сейчас так и подзаработаем. Ох, я жесткий буду. 35. 38. Лицензплейт чего? Лицензплейт illegal. Номера, прикинь, у него! У шлепок! У него номера недействительные! Вот я лоханулся. Вот я лоханулся. С недействительными номерами. Вон там вообще тот потерялся, чувак. Не сдавите меня. Сейчас вот этому штраф выпишем, что на обочине. Так. На обочине. Вот тебе штрафик. Но мне бонусы даются за скорость, поэтому я слишком не буду париться. Так. Радар. Equipping to radar. 35. Ну ты вообще дядя. Так, давай. У нас время ограничено, поэтому мы долго не сможем работать. Отлично. Так, эту улицу проверяем. Оплачено. Здесь что? Паркинг для... Это что такое? Здесь можно ставить, что ли? Или да? Сколько? 35. Это вообще медленно кумарит. Что тут по лицензии? Вот здесь неправильно, по-моему, он стоит. Ну ладно, не буду выписывать, хер с ним. Ну что, давайте газоните кто-нибудь по красоте, что был. Ох, шпарит, походу. Да, сюда! Шпарит там. Плюс десятку дают. 35. Еще успевать надо, главное, отрабатывать. О, шпарит, походу. Нет. Даже не знаю, на какого больше реагировать. Так. Ты тут что-то прилип, по-моему, немножко. Ой-ой-ой, слава богу, что ты остановился, братик. Иначе меня бы сейчас задавили, и день заново бы начался. Проезжайте, проезжайте. Ай, братик, не успею. 35. Да что ж вы все такие крутые-то? Неплохо едут. Какой год? 21-й. Слушай, я реально себя охотником каким-то чувствую. Хожу тут как робот, проверяю все, лишь бы штрафы дохуярить. Самый прикол, что я прокачиваюсь за то количество штрафов, которые выписал в день. То есть, по логике вещей получается такая тема, что если чем больше я выписываю штрафов, тем больше я становлюсь крутым копом. То есть, чем больше я насолю людям, что они нарушают, тем, соответственно, я круче коп. Так, что ли, получается? Вообще прикол. Сейчас за красный цвет мне... А это будет, нет? Нет, нормально. Так, дальше идем. Тут что, можно останавливаться? No stopping anytime. Ну-ка. Что-то, дядя... Нельзя. Нельзя тут парковаться, родной. Ну, пятерку дают, это мало. Лучше
на радаре отрабатывать. Почему они перестали нарушать и быстро ехать? Почему вы не газуете? 29. Валит. Все нормально. Валит инвалид. Ну, тут уже светофор, он уже на сбавление идет. Там самая прикольная дорога была. Да что вы едете, все так... Смотри, какая... Это что за... Получается, город такой, где все прям едут, такие хорошенькие. А мне семью кормить надо. Не нарушает никто. 19-й год. Не понял. Не понял. Почему 19-й год? Не понял. Лицензия что-то, дядя, у тебя потерянная. Инспектор Стрюлер. Хорошо. Я что, только две тачки за радар хлопнул? Что-то мало. Там уже сейчас быстрее. Что так долго обрабатывает? Какого года этот радар стрёмный? Все, блядь. Ну как? У него лицензии нет на номерах. Жесть. Слушай, а ничего, что ты на красный поехал? Его надо останавливать как-то. А у меня таких полномочий нет. Эй, ты чё, дядя, запутался, что ли? С пешеходным переходом. Ну-ка, свалил. Чё это такое вообще? Кто газанёт сейчас? Кто газанёт? 35. Всё, а там уже нету. Давай, мне надо перейти дорогу в идеале. И оттуда их ловить сейчас. Но эта дорога вообще... Адекватная дорога. Вот что хреново. Оплатили? Оплатили. Номера что? 21-й, 1. Ох ты, что за джипарь? 3.40 сюда, родной. В копилочку. В копилочку. Так, подожди. Ты что? Ты что-то попутал, по-моему. У тебя неправильная стоит это... Как его? Комбинация машины. Позишн ты попутал немножко. Что за ерунда? Как вообще сюда приехал? Через сплошную, что ли? Ладно. Не мое это дело. Валит. 21-й год. Радар берем. Отрабатываем на радаре. Валит все от души. Ну-ка. Че никто не газует-то? Как увидели копа на дороге с радаром, сразу... Типа думают, что да ну его нахрен, мы не едем, что ли? Так, эти стоят. Давай туда пойдем. Ну, здесь маленькие перекрестки, здесь ловить нечего. Нормально, сейчас бы выкидывать все на улицу прямо. Нормально, что могу сказать. Так. Ну, паркинг Monday. Сегодня у нас Tuesday. Живите. Зеленый свет. Ну что, выходим туда опять, на дальнюю дорогу. Да блин. Сори, но мне работать надо. Дальняя дорога. Сколько? 25. Херовато. Но по этой дороге я уже был. Не факт, что я здесь кого-то сейчас намучу. О-ля-ля. Смотри. Блин, ну ты чё, дядь? Соберись. Соберись! Он такой типа... Оу, ля-ля! Ля какая! Я ее сейчас это... С пистолета! Нормально. Что-то он такой раздумывает. Может быть, ее попробовать? Так, они поехали. Да никто не будет ехать. Что тут? Все в порядке? Хватит выбрасывать все, блин, мусорить! Так, это близко к этому. Этот близко к пешеходному переходу. Так. Что-то как-то у меня не получается ловить за скорость, если честно. Ты что, припарковался, что ли, здесь? По-моему, здесь вообще нельзя припарковываться.
Поэтому выпишем тебе штраф. Так. Тут дорога-то, видите, нужно длинная хайвей. А где карту посмотреть? 40 ЦПшек я уже насобирал. Неплохо, неплохо. Какой год? 21-й. Оплата есть, оплата есть. Подожди, а ты вообще неправильно стоишь. Ты шо? А ну-ка сюда иди. Нехрен, ибо нехрен. Опа. Это паркинг-зона, ты чё? Запутался, что ли? Это парковка, специальная паркинг-зона. No parking area, в смысле? Это не здесь парковаться? Или подожди, а как я узнаю, хороший он или плохой? Блять, неправильно. А как я узнаю, что он инвалид? No parking. Паркинг, да. Паркинг метр, by fire hydrant, special parking, close, no parking area. Special parking, может быть? А вот же, special parking. Блин, не то сделал. Не тот штраф. Ладно, два оплачивай, так сойдет. Типа два штрафа на куб. Чего? А как я узнаю, что он инвалид? А персты это Франклин хандикапит. Хандикапит, может быть, это инвалид? The Spirit of America. А-а-а, хандикапит? Это значит, инвалид, что ли? Как-то странно. Но вот это ротация неправильно. Блин, там бонус выписывается, надо быстрее херачить. Ну, пожалуйста, разгонись по красоте, как дай дусю. Ну, какие 29? Тридцать. Ну, чё вы так слабо едете, а? Может, вот это даст? Чё, кто-нибудь разгонится? 25. 33. Ну, вообще тихо. Вот вы бесы, как вас выловить-то? Они вообще не едут, они плетутся. Сейчас надо на какой-то, может быть, зоне. Смотри, наверху они ходят. Так, валит, все нормально. Все хорошо. Здесь вроде все отлично. Опа. Сори. Подожди, здесь же нельзя парковаться. Что это за жесть вообще? Куда заехал-то, дяденька? Выходим нахрен. 100 ЦПшек, у меня сейчас скоро рабочий день закончится. И у меня сейчас закончится уже рабочий день. По-моему, шпарят, нет? Нет. Какой год машины? 21-й. Это перебегает, нельзя так бегать. Так, но мне нужна длинная дорога нужна. Вообще что-то не везет. Звука я три раза всего лишь за превышение забабахал. I've got a car here that needs towing. Can you send a wrecker to my current location? That's not a location that's easy to reach. Вы будете гонять, нет сегодня. Мне нужны гонщики. Кстати, сюда неплохо было бы захерачить какого-нибудь стритрейсера. Который угла бы тут, прикинь, такой, бегу с радаром, и тут чел такой в поворот залетает. Угла дает. На-на-на-на-на-на. Вот это красиво было бы. No parking at licensed usday. Ну, у него лобаш раздолбанный, но я не знаю, как выписывать штраф за лобаш. Мне пока не учили. Эквип-камера, вот. Камеры по-любому фоткать его лобаш. Но у меня нет камеры. Так, надо на спортивные хайгвеи мутить. С
Спортивка. Вот это не спортивка пошел? Да какой 25 там еле вообще дышит. Вот на той трассе, на которой я ходил, было неплохо. А здесь разогнаться-то им даже негде. Нужно рыбные места искать на самом деле. Это таксист по-любому. Таксист же? Таксист. Да, там внизу написано либо таксист, либо инвалид, либо просто американец. Здорово, Титя. Ну тут тоже никто не разгонится. 22, 23, 25. Ну что ты тут едешь? Вообще смешно даже. Сейчас рабочий день закончится, а я всего лишь троих хлопнул. По радару. Интересно, пройдем, нет, миссию? Не, ребята, если вам нравятся полицейские будни, пишите в комментарии, не забывайте ставить лайки и напишите, хотели бы вы быть ДПСником в реальной жизни? Выписывать штрафы, правонарушения? И как вы считаете, ну, это ведь правильная работа, чтобы граждане не нарушали? Так, ну что, ты мой клиент? Мой? Слабенько едет. 30, ну это вообще потерянный. Ну газони хоть кто-нибудь-то. 34. Вот, по-моему, вроде быстро ехал. Ну газони. Дуру дай. Понятно. Так, вот этого выписываем штраф. А, подожди, я ему уже выписывал. Я уже тут был. Опа. Опа-ля. Я уже тут был. Я обратно вернулся. А я же здесь их ловил. Вот же мое рыбное место. Ну почему здесь никто не гонит? Это рыб, моя рыбалка здесь была. Я здесь хорошо ловил. Пипец, я такой конструкции радара вообще не видел нигде. Ручной радар, который у нас везде три ноги ставят, да? А здесь прям радар. Да пошел ты. Это уже давал? Давал. Это уже все обработанные клиенты. Сейчас 4 часа рабочий день закончится, чекай. 3 минуты осталось. 110 я СП наковырял еле-еле. Your shift is over, ну, пойдет, officer. По сути, пойдет, нормально. Нормально, офицер идет с работы, офицер идет домой. Офицер, так сказать, отработал. 70 метров осталось. Минус 2, 2 репутации. О, вот этого вот челика надо забрать, что это за дела-то такие? Ты шо? I've got a car here that needs towing. Не надо здесь так... Не надо здесь так жестить. А тут что, прям этот есть? Литро типа? 120, да? Ну что, засчитает, нет? Давай, засчитывай. Арон Саильели. Shift Report. Категория. Минус 16% херово. XP 125. Melting Pot. И я, получается, до второй звезды не дошел, да? A new day in the office. Check your level of shifts. Your week you can request up to 2 new shifts by taking a day off. Мне, получается, все-таки надо докачаться до второго левела. И на втором левеле у меня будет Chester, Call out minor accident, tool фотокамера откроется и tool flashlight. Ага. Ну все, будем прокачиваться. А здесь что, типа 30-й левел будет? Ну все. С вами был Легас. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Открываем второй левел и идем, как говорится, потом делать снимки. Пока-пока.